Добрый день. Сегодня о главных новостях дня вам рассказываю я, главный редактор «Кактус Медиа» Наталья Цмирбаева. Сегодня 2 мая 2020 года. Мне очень хотелось сделать этот выпуск субботним, радостным и светлым. Но, к сожалению, новостная повестка носит свои коррективы. И главной новостью дня, на мой взгляд, является то, что за прошедшие сутки в Кыргызстане умерло 2 человека с COVID-19. Одна из них была врачом ЦСМ номер 3. Таким образом, всего за время эпидемии в Кыргызстане умерло 10 человек с подтвержденным коронавирусом. Еще одна новость, мимо которой нельзя пройти, пришла к нам из Узбекистана, где сегодня прорвало дамбу. Более 70 тысяч человек эвакуированы, есть пострадавшие. Ну, а я сегодня сходила в парикмахерскую. Покрасилась и немного подстриглась. Даже укладку делать не стала, чтобы не сердить коменданта. Хотя еще очень хочется сделать маникюр и педикюр. Колоссальное значение сейчас приобретают брови. Но эти услуги пока запрещены, как объяснил сегодня комендант. Логика такого решения мне не ясна. Ну и пока я была в парикмахерской, мой сын с его другом, им 9 лет, открыли аккаунты в соцсетях. Они не собираются размещать там свои фотографии. Аккаунты им нужны для того, чтобы рассказывать о своих программах, компьютерных программах и разработанных логотипах. Они считают себя юными программистами и юными дизайнерами. Я пока не знаю, как к этому отнестись. А что вы думаете по поводу того, что дети открывают аккаунты в соцсетях и пытаются вести там какую-то активность? Делитесь в комментариях. Всего вам доброго.